Приветствую, друзья, с вами Артур. У нас, собственно, обзорчик такой охранной сигнализации. Привезли ее с Швейцарии. Собственно, идет вот такой вот один блок. Я установил батарейки, кроме вот этих двух здесь были. Тут у нас фейл. Я эту сбил, сейчас нажал reset. Мигает, что нужно заменить крону. Ну, у меня только такая, она, да, я знаю, что она подсевшая, но для проверки иногда выручает. То есть, чем ничего, хоть что-то. На экране здесь еще у нас пленочка. Видно, этот стоял датчик где-то на солнце, он пожелтевший спереди, хотя сзади они с этим одинаковые в цветах. Собственно, сейчас по очереди я с каждым юнитом вкратце вам покажу его, но я не знаю, как программировать и как пользоваться данной сигнализацией. То есть можете ставить типа как фейк, поставить везде батарейки, все будет светиться, все будет красиво работать, либо скачать инструкцию, в интернете она есть, и разобраться, как подключать. Это все беспроводное, проводов не надо. То есть у меня что-то похожее на работе используется, только я покупал новое, была инструкция, и там есть русский язык. Собственно, давайте с пультика, то есть это пик, если я нажимаю какую-то кнопку на пульте, отсюда идет пик-пик. Ну, когда засвечивается, это я поставил на сигналку. Когда засвечивается подсветка, притухает дисплей из-за того, что крона севшая. Вот такая вот оранжевая подсветочка здесь есть. Давайте ознакомимся. Здесь есть ножки, то есть можно ставить. Смотрите, подсветка выключилась. На дисплее информация снова появилась, но мигает крона. То есть севшая. Собственно, здесь есть как программировать. То есть, кто хочет, может пробовать по этому разобраться, либо уже с интернета скачивать инструкцию. Давайте я крону отсоединю. Есть кнопочка Reset, есть разъем для использования наружного блока питания 9 вольт, и здесь перемычки 1, 2, 3, 4. Собственно, с этим блоком плюс-минус я вам показал. Сейчас на крышечке еще информацию покажу. Друзья, тяжело одной рукой держать телефон, и одной рукой только. Вот так вот у нас Comfort Lane Control Unit, модель 22301, частота 868 МГц. Traps BT Нидерланды. Made in China. Так, первый понятно. Брелок я уже вроде показывал. Модель 22301. То есть модель точно такая же, как здесь. И частота точно такая же, как здесь. Потом вот такой вот юнит. Ну я... секунду, она уже вылетела. Я крышечки, друзья, не закрывал, чтобы вам показывать сзади. Точно так же. Модель 22301. Частота точно такая же. То есть у нас установлены 4 батарейки. Там есть кнопочка Reset, но ее нужно нажимать уже иголкой. Я ее не нажимал. Какой-то NCNO. И здесь Line, Phone, Trigger и переключатели. On, Deep, 1, 2, 3, 4. И здесь вот два разъема. То есть телефонную линию можно подключить. И потом телефон. Я так понимаю, сигнализация при срабатывании будет вызывать там полицию, либо пожарку, либо 911. То есть как в каких странах это используется. Вот так вот крышечка это закрывается. Здесь динамик или сирена. Здесь сирена у нас сзади. И здесь есть кнопки. Меню. Пин. Раз, два, три, четыре. Enter. Error. Пин неправильный. Ну, в общем, друзья, скорее всего, лучше сбить к заводским настройкам и потом вводить. А ну, давайте пин модель 22301. Пин 22301. Или это уже надо мой ввести? Или новый. В общем, друзья, нужно разбираться. Оно как бы все включается, все типа работает. А между собой уже связь налаживать, это уже дело за вами. Я батарейки в комплект не входят, батарейки я изымаю. Единственное, я сюда еще не ставил батарейки. Сейчас вместе с вами, давайте эту, которая светлее, сейчас разберем. Секунду, так как снимается у нас. О, есть, сняли. Открутим батарейный отсек. Пальчики у меня есть новые. А вот с кронами не судьба. Если здесь пальчик. Нет, друзья, здесь у нас крона. Кстати, крона такая, как, прикиньте, совпадение, не думаю. Я ее сюда не устанавливал. Это у меня уже не знаю сколько было. И откуда я ее взял, я тоже не помню. А может, кстати, она была
Ладно, не буду уже гадать. В общем, так, у нас здесь плюс-минус понятно. Лизнем эту. Это полностью труб. Давайте установим эту, которая у меня хоть чуть-чуть еще электричество в ней есть. Это у нас датчик движения. Я не знаю, как он. Так, что у нас здесь по надписям? House code. 1, 2, 3, 4. А, вот это 1, 2, 3, 4 на всех есть. То есть, я так понял, их надо запрограммировать на одно. Зонный код и чувствительность. Ну, сейчас что-то ничего не происходит. Давайте попробуем во вторую. Но это на язык чуть-чуть еще. Как бы электричество есть. Друзья, сорян, что я так ставлю телефон на бок. Но у меня сейчас... Если я возьму штатив, то это просто будет долго. Мне сегодня надо очень много отснять и пофотографировать, поэтому так просто быстрее. Ну, тут так же самое. Просто я вам покажу, к примеру, мои датчики. Если вот идет сработка, то снизу засвечивается. Это тоже беспроводные, но это более современная сигнализация. Я ее год назад купил, самую последнюю модель, что была. Там уже с цветным ЖК-дисплеем идет такой модуль. Ну, в общем, там куча наворотов, очень блатная сигналка, но она стоит дорого. Она у нас сама охрану вызывает, она нас предупреждает. В общем, в случае, если вызывается охрана на наш склад, на работу, пока охрана приедет, есть возможность и мне успеть приехать. То есть она оповещает всех. Можно прописать сколько угодно. Причем она и по Wi-Fi умеет оповещать, и по мобильной связи, и по выделенной линии специальной. В общем, друзья, в принципе, плюс-минус как-то поняли. Я думаю, что эти передают. Здесь светодиода просто нету, как на моих, что засвечивается. Потому что они два не подсвечиваются. Здесь, ну, надеюсь, плюс-минус я так обзорно показал. Потому что чем по фотографиям, на видео это более интуитивно понятно. Вот так вот. Это вот весь комплект, кроме батареек. Ну, мертвая крона пойдет в мусор, а моя чуть-чуть имеющая еще энергии будет пока. Вот это вот весь комплект. Крышечки я сейчас уже, когда закончу видео, дозакручиваю и с пленкой все замотаю. В общем, кому интересно, у нас как-то ранее были с Израиля привезенные просто вот такие вот модули разного типа. То есть были с крышечками и все, без комплекта. У нас их купили для... декора для снятия кинофильма. То есть так сразу сказали, им разрешенность роли не играет, главное, чтобы светился экран. То есть, возможно, кому-то нужно для декора, кому-то отпухивать, а может кто-то хочет потратить чуть-чуть своего времени, скачать инструкцию и разобраться, как пользоваться. Данный комплектик на eBay стоит $230. То есть вот такой вот, только один датчик, вот с одним датчиком. Здесь пультик есть, и, я так понимаю, наверное, еще один датчик докуповывали отдельно, а, возможно, были разные комплекты. В общем, кому интересно, более-менее адекватная цена будет. Покупаем, разбираемся и пользуемся. Лайк за видосик. С вами был Артур. Всего наилучшего. Пока.